МЧС готовится к наплыву любителей дрифтовать на льду. Первый рейд в этом году прошел на Орловском и Шуваловском карьерах. В минувшее воскресенье МЧС официально разрешило выход на лед. Рыбачить на замерзших водоемах можно будет до 15 марта. А вот выезд на поверхность на автомобилях запрещен всегда. Штраф за такое нарушение 2000 рублей, и многих водителей он не пугает. Спасатели регулярно устанавливают ограждения или разрывают канавы на подъездах к водоемам. Но любители экстремальной езды их закапывают или находят пути объезда. В прошлом году на Орловском карьере такое развлечение закончилось трагедией. Вот на этом месте машина выехала на лед, не посмотрев, что лед у нас еще не окреп в тот момент. Машина очень быстро ушла под лед. Двое человек спаслись, к сожалению, третий у нас не смог выбраться из машины. На следующий день в этом же месте ушел на дно еще один автомобиль, но водителю чудом удалось спастись. Во время рейда на Орловском и Шуваловском карьерах самих нарушителей не нашли, однако следы автомобильных шин все же остались.